был такой случай, как-то где-то 3 или 4 года назад мы с Андреем так что-то поболтали, и вдруг я понял, что у него вот такие вот маленькие штучки, дым, гениальные. Я их выстроил, помнишь? Было. В линию, и сделал 2 огромных трека на 29 и 27 минут. Висят у Женьки в Таракино, висят. Да, да, да. Если вы найдете, послушайте. Есть. Там в интернете, пожалуйста. Там как раз музыка. И самое музыка, интересное, да, что мне удалось вообще с моими друзьями сделать, я люблю их всех, это не обсуждается. Для меня что Есиков, что кто еще одинаково. Но то, что с Викингом удалось сделать тогда, я вам скажу больше, он же скромный человек, он, видите, как стесняется, все не рассказывает. Да ладно, я не стесняюсь. Стесняется. Он мне позвонил лет 8 назад. Энди говорит, слушай, говорит, а ты это, когда последний раз песню писал? Я говорю, как, когда? В 70-м. А это, блюз можешь написать? Я говорю, что? Блюз можешь написать? Дело было. Я говорю, не знаю. Я приезжаю из Москвы, давай, еще работал, еще не на пенсии был. Я приезжаю домой, жена говорит, Андрюш, ты что? У тебя глаза какие-то сумасшедшие. Тань, говорит, мне Викинг позвонил, блюз, говорит, надо написать. И что? Сейчас сяду, буду писать. Что, с ума сошел? Нет. Он говорит, друг, позвонил, надо написать. Я сел и написал. Писал. Да, я видите, его посылаю. Да. Где он, кстати, блюз-то? Опа, не принесли сегодня. Не готовы мы к вечеру оказываться. Нам есть что утратить, нам есть что найти. Есть! Есть! Помнишь, да? Да. Но это вообще сейчас будет, как это называется, эксклюзив. Нам есть что утратить, нам есть что найти. Не настань. Судьбы не спятить, с ума не сойти. С ума не сойду. Я боль души прячу, пока не приду. Мне есть что утратить и есть что найти. С ума не сойду. С ума не сойду. Нам есть что утратить, что найти. Суметь бы не спяты, с ума не сойти. Вопросы есть? Так, это дело же... в том, что мы еще минут 5, наверное, займем где-то, да, вашего общего внимания, потому что все-таки сегодня юбилей Андрюхи, 70 лет, мальчик, задумался. Не, я просто думаю, что прочитать это же, вы понимаете, ребята, как бы все позднее, что я пишу последние 8-10 лет, я вообще не помню ничего. А вот ту давние там ледзеппелинских, там битлсовских времен, как-то да, получается. Я знаю, что я сейчас попытаюсь вспомнить. Сейчас. А я тебе ледзеппелин сделаю. Это правильно. Вы мажорчики. Да. Нет, это не Москва. Эли Ламейн. На тротуарах люди плавятся как зомби, и в Пушкинском музее обезвоженный Гальбейн тихонько стонет. Пристрелите, Роммель, бездушно-африканская жара, все здания, руины карфагенов на грани бреда или миража, распада.
хромосом и генов. Сейчас так не могу, блин. Это где-то 76-й или 77-й год. Отлично, дзенская, Витя сделал. Последний вдох. Последний выдох. И больше ничего. Дзен. Мы же различаем дзен и чай. Вот она Индия, вот Будда, вот этот самый Шри, не знаю кто, мы всех их любим. Так, Андрюх, давай заканчивайте, потому что всем хочется тоже... Ничего подобного. Нет, да. Все правильно. Да. Все правильно. Миночки, вспоминай Индию. Это что-то не оттуда, да? Не Индия, нет? А мне показалось... Сейчас. Вот прожил там уже полгода почти. Про Индию Витя правильно вспомнил. Когда я был в Индии, я был там в командировке, это была серьезная вот проблема. Там надо было из индусских клиентов вышибать сотни тысяч долларов долга, мы их вышибли. И мы ехали с двумя индусами, причем два индуса таких. У одного, извините, Кембридж, Сорбонна, Массачусетский технологический. И у второго три примерно таких же вышки. Ну, английский блестящий. Там накидались, понятно, все нормально, бизнес. И едем в машине, их звали Раджеш и Раджив Бал. И Раджеш, который чуть-чуть постарше, говорит: Эндрю, слушай, вот это там вроде поэт, блин, там, может, что-то там прочитаешь. Я говорю, я на английском давно не пишу. Ну, очень давно не пишу на английском. Ну, может, ты там, ну, подожди, вон кабак, подожди, сейчас остановили, так, сбегали, Рома принесли, вот того, понятно, какого, да? Old Monk, естественно. Да, черт, вот, мы квакнули, да. И я вынужден был им перевести, не осталось оригинала, с русского на английский мой самый любимый рубай Омара Хайяма. И Витя правильно сказал, потому что завершать какие-то части всегда надо грамотно. Если есть у меня для житья закуток в это подлое время и хлеба кусок, если сам я себе и слуга, и хозяин, счастлив я и воистину духом высок. Один.